Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах превзошел достижение другой легенды клуба – Робби Фаулера. По системе «гол плюс пас» египтянин набрал 159 баллов, в число которых входит 115 голов и 44 результативные передачи в чемпионате Англии. Особенно примечательно, что свой рекорд Салах поставил в принципиальном для Ливерпуля матче с лидером Премьер-лиги – Манчестером Сити. В выездной для себя игре мерсисайдцы добыли ничью. На гол Кевина Де Брюйна в самом начале встречи в короткие сроки ответил Диогу Жота с подачи Александра Арнольда. Но хозяева снова смогли выйти вперед. Габриэль Жезус опередил всех, и Алисон Бекер не выручил. Зачетный для себя и всей команды пас Мохамед Салах выдал на первой минуте второго тайма, и Садио Мане не подвел. 2-2, и Ливерпуль в одном шаге от лидерства в чемпионате. «Мы бы хотели взять 4 трофея за сезон. Такого мы никогда раньше не делали. В этом сезоне мы действительно близки к этому и находимся в отличной форме. Юрген Клопп поговорил с нами и сказал просто насладиться моментом». Мохамед Салах стал игроком Ливерпуля в 2017 году, отыграв перед этим 2 сезона в итальянской Роме. В текущем розыгрыше английской премьер-лиги он забил 20 мячей и 10 раз ассистировал партнерам. Продолжить свою карьеру египтянин хотел бы в Барселоне, но испанцы не готовы заключить с игроком договор сразу на 5 лет. У Салаха был исключительный сезон. С каждым годом он становится лучше. Он заслуживает новый контракт. Действующее соглашение Мо Салаха с ливерпульцами рассчитано до лета 2023 года. Если нападающий не сменит прописку и останется в расположении мерсисайдцев, то могут дрогнуть и другие рекорды клуба. Любимец болельщиков Ливерпуля Стивен Джерард в бытность игроком застолбил за собой первое место по системе «гол плюс пас». Англичанин закончил карьеру на отметке 213 баллов. Чем не мотивация для Салаха остаться в клубе еще на один сезон?